собака должна работать. А как? Одна дома охранять, другая, скажем, зайца гонять, третья шпионов ловить. Всякая собака должна быть при деле, а у тебя что? А? Одно на уме, набить свое поганое пузо, да в бурьян завалиться. Диоген! Давай, пора! Какой я им диоген? Когда с измальства Федором Шестиперовым прозывают. Что? Не тянет. Каков тракторист, таков и трактор. Ну не тянет, хоть сдохни. Ну не тянет, но почему не тянет? А я знаю. А кто знает? Где механик? Где этот туз? Мой час настал. Нарая, нарарая. И вот я умираю. Нарарарарарам. Як увидела тебя, Лиза, глазам своим не поверила. Думаю, неужели ты? Очень изменилась. На каникулы? На каникулы. Так рано. В школах еще экзамены не кончились. Досрочно сдала. Ну а ты? В колхозе работаю. Все крутишь, диаген. А в мире все нынче крутится. И земля, и спутник вокруг ее. А тебе тоже говорить нечего. Совсем закрутился. Пардон. А денек сегодня ничего. Небо голубое, трава зеленая. Удивительно. А чему здесь удивляться? Решите представиться. Виктор Терентьевич Туз, механик-водитель тяжелых машин. И легких барышень. Местный шутник. В пустой голове руки не прикладывают. Простите, бред. А как изволите понимать ваш комплимент? В прямом смысле или переносном? Как нравится. Мерси. Пожалуйста. А что нового в Лукашах? Кто-нибудь приехал? Приехал. Костя Ласточкин. Давно? Давно. Скоро уедет. Очень скоро, к сожалению. Вот так. Туза не видал? Вон он там. Перед кем это он, черт, паршивые зубы-то скалит? Самому интересно. Костя! Ты рад, что я приехал? Еще бы. Здорово. Ну, пойдем. Где ж ты пропадал? Ведь снимет тебя Петр Фаденч с механиком, понимаешь? Поверь моему слову, снимет! На это могу ответить словами мудрых греков, что положено Юпитеру, не положено Петру. Да пойми, председатель тебя ищет, там трактор не тянет! Удивительно. Господи, какой дурак. И за что его только люблю? Костя! Лови! Ну! Пошли! Здравствуй, Лиза. Здравствуй. А почему она бросила чемодан? А? Я не знаю. Ты слышишь, что он делает с машиной, а? Какой машины, Костя? Душу рвет. Лиза, прости меня минутку, а? Я сейчас, я быстро. Подожди, одну минутку, а сейчас. Костя! А ну давай еще раз попробуй! Чего пробовать? Не тянет мотор! У тебя вечно не тянет, давай! Сам давай! Насажали на мою голову мелочь пузатую. А ну! Ну! Грек! Ты с кем так разговариваешь? Обскурант несчастный. Пробуй, пробуй! Ты что делаешь? Что делаешь? Здорово.
издеваешься над машиной? Варвары! Между прочим, человеку свойственно обижаться. Я им говорю, не тянь! А они все, давай да давай! Скажи, что с машиной? Голову наотрез, нет в цилиндрах компрессии. Что это такое? Фильтр. А вот это что такое? Я же сказал фильтр. Виктор Терентьевич, что это? Собственно говоря... Грязь. Удивительно. Промой, смотай и поставь. Промой, смотай и поставь. Видал? Вот тебе, Виктор Терентьевич, компрессия. Ну, ошибся малость. Как говорили древние люди, человеку свойственно ошибаться. Еще поэт Гораций. А ну тебя с твоими греками, надоел ты. Спасибо, друг. Вот бы мне такого техника. Да, с таким уходом трактор долго не протянет. Да что трактор? Мне, милый человек, вот эту залежь взметнуть. Я на нее давно зуб тащу. Засеем одну половину кукурузы, другую льном. Урожай по нови будет, дахнете. Дело. Завалим скот кормами. А ленок, по моим подсчетам, полмиллиончика даст. Вот тебе 300 коровушек на дворе. И все за свое любезное. Размахнулся. Однако молодец, председатель. Только бы люди нас поддержали. Тогда не только Америку, всех чертей догоним. Звезды, 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 точно лампочки горят. Про любовь мою в деревне все девчата говорят. Про любовь мою в деревне все девчата говорят. Наша лодка, лодка. И чует мое сердце, что любовь кончается. Ох, и чует мое сердце, что любовь кончается. Получил отпуск. Уехал в деревню, и мне не сообщил. Лиза, скажи что-нибудь хорошее. Я должна говорить хорошее, а сам даже письма не написал. Написал. Правда написал, вот только отправить не успел. Правда. Ну правда, вот смотри. Читай. Зайдем к парню, поговорим. Зайдем. Батя. А я его сегодня не видела. Кто это там черти несут?
Степанид Саишна, принимай гостей. Петр Фадеевич, Иван Митрофанович, радость-то какая. Проходите, гость дорогие. А мы к тебе, Саишна, вроде как сваты. Ух ты мне, а кого же сватать-то, уж не меня, не? А что, председатель? Невеста хоть куда, фигурка и прочее. Да неужто плоха? Хороша, больно хороша. Проходите, проходите. Садитесь. И сын-то у тебя, орел парень. А кто вас китал-то? Ведь мой помер, когда косенька ниже горшка был. Да, толковый парень. Машину любит и знает. Ой, люд. Люд до этих машин просто ужас. Еще бывало, когда дитей был, швейную машину увидит, аж сотрясется. Колхоз бы такого, парень. Нет, такого не найдете. Нет? В армии мой Костенька на расхват. Два генерала из-за него насмерть разругались. Вот. Ага. А он пошел служить к майору. Хлопот меньше. Здравствуйте. Константин Абельевич. Мы вот тут пришли посоветоваться с тобой. Посоветоваться? Да. О чем? Как думаешь, Константин Андреевич, нынче демобилизоваться можно? Не знаю. Вообще-то, наверное, можно. А что? А к чему это вы такие разговоры разговариваете? Да погоди, Саша, ну погоди. Техники у нас теперь много. И планы у нас большие. Техники-то у вас много. А вот базы своей ремонтной нет. Будет. Все будет, Константин Андреевич. Демобилизовался бы ты. Такой парень вот как нам нужен. Вы зачем ко мне в дом пришли, а? Дитё неразумное смущать. А ты попробуй мне домобилизуйся. Кочергой всё тебе хребтину измочаю. Ну, как тебе не стыдно, мама? Что ты говоришь? Не мельтеши, Савишна. Ты вот лучше послушай, какие мы дела разворачиваем. Не хочу. И ты, Костенька, не слушай. Тяни до генерала. Тоже неплохо. Так зачем тебе этот колхоз? Никакой культуры. Ну, какая тебе культура нужна? В кино ты через день ходишь. Радио. Своё солнце под потолком. И что такое? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кто дежурит-то нынче? Электрик, ты в больницу лег? Туз. Хорошо, что у меня два света. Один переменный, а другой постоянный. Вот твое солнце. Погоди, Савишна, дай срок. Построим настоящую электростанцию. Дом культуры отгрохаем с мраморными колоннами, ахнешь. Ой, расписал, ахнешь. Да у меня крыша как сито, хоть звезды считай. Крыть надо чем, а? В колхозе метра дранки не выпросишь. Эх, и тяжелый ты человек, Савишна. Ну ладно, дадим тебе дранки. Товарищ Костя, на минуточку. Хорош, парень, хорош. Ой, Петр Фадеевич, и твоя Лизонька хороша. Вот бы пара моему Косте-то. Да с радостью, Савишна. Вот приедет она из города, посмотрят они друг на друга. Эва, отец родной, не знаешь, что дочь приехала? Как приехала? Да приехала. Хороша. Ой, королева, ну чисто королева. Хоть тебе раз. Когда? Зачем? Молчи. Надо. Ясно. До скорого-то. 9 уже. Они все копаются. Машина требует особых знаний. Технических. Правильно, товарищ инженер? Не инженер, а техник. Техник-лейтенант. Все. Вот где была собака зарыта. Нарушилась цепь возбуждения. Чего-чего? Да такой чепухи не мог додуматься, а? Вот осел и слухи. Я? Да я. Самокритичный. Ну давай, иди заводи. Что, будет свет? Точно. Удивительно. Молодец, Костя! Вот это человек! Гома! Где мои папиросы? Костя! Вот твои папиросы.
Спасибо, Катюша. Это я совсем загрустил без курева. Спокойной ночи. Костя, пойдем к реке. Погуляем. Какие гулянки, Катюш? Петухи скоро запоют. И вообще маленьким пора спать. О, слышь, петух запел. Не, это какой сумасшедший петух. Еще 11 часов нет. Спокойной ночи. Прощай. Наварил их хряпы. Работаешь как вол, и никакой заботы о человеке. В обед хвалил борщ, а в ужин мне нравится. Хвалил. Тарахтишь тут и не видишь, что у тебя под носом творится. А за что ты меня ругаешь? Что у меня творится? А вот. Год проучилась в институте. А экзамен сдать таланту не хватило. Я не весь год училась, меня с первого семестра отчислили. Чего-чего? Батюшки, где ж ты жила-то? У подруг в общежитии. А чего ж ты домой-то не поехал? А тут работать надо. А там гуляй, да по танцулькам бегай. Батька деньги посылает. Неправда. Я хотела в другой институт поступить. Да какой еще другой институт? В любой. Только в сельскохозяйственном не буду учиться. Что это? Откуда это у нее? Сам виноват. Сколько раз я тебе говорила. Петя, не посылай много денег. Избалуешь ребенка-то. А то только рукой махал. Не жалко денег. Пускай учится. Вот как она училась-то. Да что деньги? Я думал, свой агроном будет. От родной земли. Думал, вместе работать будем. Америку отгонять. Не смей! Петя! Ты не смей мне так говорить. Не беспокойтесь. Вам на шею не сяду. Лиза! Уеду в город. Отойди. Никуда ты не уедешь. В колхозе будешь работать. Первый успех. Ферма уверенно начала выходить вперед. За июнь на ферме прирост молока по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 81 литр. Повышение надоев молока большую роль играет правильный раздой коров. Прошлые годы, говорит доярка Щербакова, корова моей группы Милки, которая сейчас 7 лет, давала... Ну зачем вы сюда приехали, Лизавета Петровна? А в этом году по 20-22 литра. Вот что значит правильно раздаивать коров. Прирост. Бидон в коридор, сливки в чан. Слушаюсь, товарищ начальник. А ты дисциплинированный, сразу видно, что отличный. А как же, Армений институт, не хочешь учиться, заставят. Костя. А я институт бросила. Бросила? Почему? А все из-за тебя. Из-за меня. Подожди, подожди, потому что я ничего не понимаю. Кто тебе дороже, я или институт? Да подожди, да почему ты ушла из института? Костя, смотри, как бабу мамку твою атакуют! Не пущай эту стамясую! Да не с вода! Поворачивай на то! Да я тебя так поверну, что ты так отдей не соберешь! Ага, попробуй! Ты кто такая, чтоб распоряжаться нашим добром, а? Кто тебе дал дранку? Председатель мне дал! А за что он дал тебе? В колхозе палец за палец не стукнуло. Только за фасоны дерешь. За сына мне дал, дура. Сын у меня офицер. Ну и что, что офицер? Как мы с председателем там разберемся? Мама! Что случилось? Мне председатель вместо дранки посулил? Во! А я целый босс оброхал. По какому такому праву? В колхозе она не работает. Ну чего молчишь? Совести нету. Вези обратно. Да не слушай, Котенька. Не разговаривай, я тебе говорю, поворачивай лошадь назад. А ты на кого кричишь, а? Ты на мать родную кричишь, я не посмотрю, что ты офицер. Поворачивай. Мам! Мам!
Ну ты посмотри, Лизонька, что он делает, озорник. Что ты задумал, Костя? Не пущу. Время придет и поедешь. Костя, не дури. Ну зачем тебе вмешиваться в колхозные дрязги? Что ты здесь жить собираешься? Ну всегда так, Лизонька. Суется не в свои красна, а еще офицер. Ну когда она говорит, я еще кое-как терплю. Привык. Но ты меня удивляешь, Лиза. В общем, завтра утром уезжаю. А сегодня вечером поговорим. Хорошо, поговорим. Мама, я давно хочу спросить тебя, почему ты не работаешь? Мочи нет, Костенька, ноги не носят. А крохоборством заниматься носят. Ну, скажи, зачем тебе понадобилась дранка? Ведь 2 года тому назад я заново перекрыл крышу. Ну, на кого ж ты обиделся, детка моя родная? На родительницу свою обиделся. Отвези назад дранку. И если не перестанешь ныть, сейчас же соберу вещи и уеду. Лиза, да? Это молоко надо сегодня пропустить. А я уже собралась. Оно уже скиснет. С вашим молоком всю ночь буду сидеть, да? Как тебе не стыдно? А чем мне стыдиться? Чтобы сегодня же все молоко было пропущено. Я писать тебе не буду. Говорить с тобой не стану, погрущу и перестану, погрущу и позабуду. На гулянку? Угу. Мало нагулялась? Мало. А что у тебя с этим лейтенантом, любовь или просто так? Парень, он стоящий, хороший. Вот возьмет тебя в руки, может быть, выбьет дурь. Больше говорить нечего. Я тебе плохого не хочу. Давай-ка мы поговорим с тобой по душам. Ну? Вот и не заметил, как ты выросла. Большая стала. Красивая. Говорят, у тебя любовь зажглась. Это хорошо. А вернется Костя из армии, мы в Лукашах с ним такие дела развернем. Ахните. Да какие Лукаши? У Кости и в мыслях этого нет. Упираюсь неспроста. В брак вступить, конец по-русски, по латыни финита. Thank you.
Костя, что с тобой? Что? О чем ты думал? О разном. Раньше был проще, ласковее, ухаживал за мной. А здесь в Лукашах тебя словно подменили. Тебя тоже. Совсем не та. Да та же, приглядись. Да гляжу, все время гляжу. Костя, поцелуй меня. Ну, узнаешь? Да вроде та. Это Лукаши во всем виноваты. Лукаши? А меня тянет наши Лукаши. Приедешь в отпуск, хорошо? Будто заново родился. Да уезжай ты скорее отсюда, а то женит тебя мой папаша на колхозе. Я слышала, конец копылом, о твоей дембилизации мечтаю. Ну и что? А если дембилизуюсь? С ума сошел. Разлюбишь? Я даже похолодела вся. Тронь руки. Костя, забери меня отсюда. Ладно. Либо приеду, либо вызову. Лучше вызови. Скисла. Что же ты наделала, трясогузка? Как ты сказала? Трясогузка. Хорошо. А знаешь, Шулька, плевал я на твое молоко. Уходи отсюда. Уходи. Даже Нюрка замуж идет. Ага. Я вот в этом платье в нашем селе пятую свадьбу гуляю, а уж на твою обязательно куплю новое. Может, и покупать не придется. Второй месяц от него никаких вестей нет. Ой, да будут вести, обязательно будут хорошие вести. Мне недавно гадалка нагадала. Так ведь и дома невозможно жить. Скандалы да попреки. Отец кричит, работай, мать тоже. Хоть топи. Ой, терпи, девка. Ой, сколько терпеть-то можно? Ой, да терпи, генеральшей будешь. Вот поженитесь, будете жить в городе в отдельной квартире. Может, и мне уголок дадите. Дадим, только было скорее вызов прислал. Ой, времечко-то, опаздывай. Председатель. Поговорим? Поговорим. Да хватит вам, баба, дурь трясти. Ты, Ульяна, не мешай, мы сами разберемся. Это что за окружение? С добрым утром, начальничек, мочальничек. Здравствуйте. На машине разъезжает благодетель наш, а? Нечистая сила. Он разъезжает, там ужил надорвали. Вот тоскамши. Погоди, языком полоскать. Зав животноводством. Почему люди на себе в телятник воду носят? Водокачка сегодня не работает. Исправим. Где туз? Какой прок от него? Одно ведь только слово механик. Метлой нужно гнать этого туза. Ниль адмирари. Ничему не следует удивляться.
Ну, я и так ничего не удивляюсь. Насос сломался, а почему? Ничто не вечно под луной. Ну, что тут с насосом? Не качает. Почему? Наверное, сломался. То есть как это сломался? Нет, ну вообще все в порядке. Я позвонил в РТС, обещали завтра-послезавтра прислать ремонтников. А почему не сегодня? Я сам спрашиваю, а почему не сегодня? Они мне говорят, у нас таких лукашей много, да и работы много. Ну, покажи. Хорошая штука. Для познания латыни. И развития ума, Петр Фадеевич. Виктор Терентьевич. Год ты проболтался в школе механизаторов. Колхоз тебе за это деньги платил. Государство кормило, одевало. А за что? Не под силу мне эта работа, Петр Фадеевич. Но я стараюсь, бегаю, кричу, а все без толку. Вот давайте сдам любому дела. Да и в технике я ни бельмеса не понимаю. А чему ж тебя там учили? Да я мало учился. Я культурным фронтом командовал. Меня даже от занятий освободили. А какие мы спектакли ставили. Послушай, Нина, я рожден с душой кипучей, как лава. Но если я обману... О, если я обману, тогда без слез и сожаления две наши жизни... Голубь, ну ты же мне всю технику гробишь. Затейником тебе быть, а не механизатором. Правильно, моя стихия. А смеху было? Да не смех, а слезы. Не смех, а слезы. Чего? Цитата. А? Какая разница, узнай, между тузом и тобой? Никакой. Оба вы млекопитающие. И не остроумные. А зато верно. Ну, что ты, к примеру, сегодня сделал? Да я вот верст 20 по полям оббегал. Пятки горят. Фу, и узнаю, все подворотни обшмыгал. А кому нужна такая работа? Ох, и говори же ты сегодня, ужасно скучно. Зря я тебя в диогены произвел. Вот если бы все звезды как солнце горели. Ужасно на земле светло и жарко было бы. Да, до этого и узнай бы не додумался. Салют! Что? Я говорю по латыни, привет. Ну какая темнота в наш атомный век? По латыни. По-русски выгонят тебя с механиков три шеи. Кто? Председатель. Может. Там сепаратор чинить надо, а ты лежишь. Ну а мне что ж, плясать? Пойдем. Понимаешь, неудобно мне здесь с тобой разговаривать. Да? Угу. Надо идти. Баба мужика за косы тащит. Все наоборот. Атомный век. Так не проживешь, Лиза. Иначе жить надо. А где твои погоны? Снял. Зачем? Демобилизовался. Здравствуйте, Петр Фадеевич. Приехал. Голубь. Постой. Да кажется, совсем. А? Проходи. Проходи. Ну зачем он это сделал? Зачем? Бить его мало. Да вы-то что молчите, Степанида Савишна? Ну что ж мне теперь кричать, что ли? Все поломал, все сокрушил. Виват! О, Виктор Терентьевич, привет. Вот он, спаситель мой. Да ты часом не семенин, Виктор Терентьевич. Откуда ты взялся? Над моей головой повис дамоклов меч. Начитай, и ты увидишь, до чего я докатился. Председателю колхоза «Красные Лукаши». Заявление. Если я вам еще нужен, немедленно принимайте меры. Завживотноводством Ульяна Котова грозит мне лишением жизни. Факт. Туз.
По латыни финита. Меня уже нет, я труп. Костя, друг, выручи. Помоги проверить сепаратор. Что-то заело, что я... Ты рехнулся, я еще и дома не... Она грозилась из моей головы танцплощадку сделать. О, это она здорово придумала. Костя! Гляди, апогей моих унижений. Да отстань ты. На коленях до утра буду стоять. Как мученик Иова. Здравствуй, мама. Вот так встреча. Да вы что, не рады, что ли? Провожали, плакали, встречаемся, опять плачем. Большую радость привез. Да, мама, ну что? Ну, миски ли большие? Ну, а ты, Лиза, что скажешь? Небесная, на кого он похож? Да кому ты такой нужен-то? Матери, значит, не нужен. Тебе кажется, тоже не нужен? Ну что ж, кому-нибудь, может, и прикажусь. Да куда ж мне емжу-то? Ты еще здесь? Отрезана моя дорожка, Константин Андреевич. Да. Ну, пошли. Точно. Все, я спасен. Ура! Ура! И не придет. Если сепаратор к утру готов не будет, я из его кудрей валенки сваляю. Сбежит. От меня не сбежит. Ну? Сделал все, что мог. Пусть сделает другое лучше. Олег. Вот это по-нашему. Носи свои кудри на здоровье. А ты чего, как муха притаилась? Здравствуй, Катюша. Здравствуй. Видишь, ты какая стала. Не узнать. Удивительно. Чего я слушать? Не машина, а зверь. Перепупу мобили, как говорили древние греки. Сам ты перепупу мобили. Ну какой из себя тракторист? А сам-то лучше. Что, выгнали из механиков? Заткнись. Техническое ничтожество. А? Виктор Терентьевич, послушай. Слышишь стук? А, такой звонкий. Стучат поршневые пальцы. Понятно. Давно получили трактор? В прошлом году. За год так и смотать трактор. Машину с работы снимаю. Гони в село. А завтра отправим в РТС на ремонт. Далеко она у вас тут? Километров 20. Поехали. Перпетум мобиле. Какую воду заливаешь? Мокрую. Вот я сейчас как врежу, действительно тогда мокро будет. О! Здорово, Вася. Новый механик, познакомься. Это что, вместо этого грека? Тогда порядок. Сучков, Васька. Ласточкин. Как работает трактор? Нормально. Как трактор? Ясно. Так какой же водой заправляешь систему? А вон из того болотца. А надо? А надо? Речной, раз. Дождевой, два.
А лучше всего дистиллированный, чтобы не было известковой накипи. Точно по инструкции, товарищ механик. Запиши, Виктор Терентьевич. Сучкову Василию. Сегодня же промыть систему охлаждения. Раз. Очистить радиатор от грязи. Два. И если Сучков Василий еще раз нарушит инструкцию... Его дело будет табак. Три. Будьте здоровы. Салют. Председатель прогнал меня. Почему? Он сказал, распоряжаться тракторами мое дело, а не механика. Поворачивай назад. Стой. Здоров. Погоди. Константин Андреевич, ты механик? Твое дело, чтобы машины ходили. А мое дело, куда им ходить? Но это далеко не уйдет. Это ж не твоя печаль. По-моему, это наша общая печаль. Это точно. Заворачивай назад, без разговоров. На кой зад? Один кричит назад, другой кричит назад. Сами ведите. Товарищ Ласточкин, деморализуешь работников. 300 гектар надо до зимы поднять. Петр Фадеевич, мотор на грани аварии. Через день-два от трактора останется куча железного хлама. А мне сейчас лук важнее трактора во сто раз. Машина выдержит, она не человек и даже не лошадь. Приказываю продолжать работу. Не могу, товарищ председатель. Туз, немедленно садись и поезжай. Петр Фадеевич, не могу. Не позволяет мое социалистическое сознание. Что? Ну, меняйте на себя. Райком, секретаря. Товарищ Максимов, Трофиму говорит. Когда же вы нам пришлете нового механизатора? Ласточкин? Нет, он меня не устраивает. Машину он понимает, а смысл нашей работы нет. Не понимает. Мало того, что он сам срывает мероприятие, он еще на это дело подбил трактористов. Хорошо. Ну-ка. Товарищ Максимов, это Копылов. Хочу сказать одно. По вопросу о Ласточкине я полностью не согласен с председателем. Понятно. Значит, правой рукой по головке гладишь, а левой за горло. Друг. Да, друг, Трофимову, председателю, коммунисту, друг. Но не Трофимову, который может принести вред. Вред? Значит, я вредитель своему делу. Угу. На, бери, командуй. Ты что мне-то швыряешь? Народ тебе доверил, народ, если надо, отберет. Ноги мои здесь больше не будет. Из собственного дома убежал. Ну что ж, бывает и так.
Ну чего, чего стучишь? Давно все спят. Ну-ка дай-ка вредителю прикурить. И как это у тебя язык повернулся? Не я сказал, сам сказал. А не ты сгоряча? Ну, я погорячился. А я заснуть не мог. И я не сплю. Думал я, думал. И вижу, что я прав. Вот то-то и горе. Потому-то у тебя и неладно с Ласточкиным. Для чего я его инженером назначил? Скажи. Да уж, наверное, не для того, чтобы поскорее гробить машину. Мальчишка говорит, а ты повторяешь. Да пойми ты, я своему колхозу богатство добиваюсь. Богатство, а за чей счет? Технику доконаешь, добрый дядя государство даст новую. А ты на этом славу добудешь, так? Вон ты куда. Ну а как же, все под себя гребешь. Эх, тебя распирает кулацкая психология. Ну, спасибо, друг однокашник, на добром слове. Это я к тебе мириться приходил. Запомни. Смотри, Савин, минут на 10. Добрая работа у тебя. 15 рублей в кармане, и трудодни в колхозе идут. Не жизнь, а разлюли-люли малина. Ты что ж думаешь, хозяйство вести, штанами трясти? Ну-ну-ну-ну. Фининспектора на тебя нет. А ложка ворот. 10 минут. Приехали. Иди ставь, Вась. Далеко ли ездил, Константин Андреевич? В СТС. Ой. 40 километров. Зачем? Резьбу нарезать. Труба, Константин Андреевич, истинная труба. Нет, надо немедленно закладывать свою мастерскую. А дорого ли она станет? Вместе с оборудованием 1300. Не даст согласия председатель. Не по карману. А что ее закладывает? Вон она уже заложена. И материал сколько хочешь. Поговори с председателем, на кой ляд ему сейчас этот двор-то. Скота-то еще нет? Ох, и голова у тебя, Матвей Савельевич. Материалов хватит. Если как следует взяться за дело, к зиме мастерские будут готовы. Идейка гуманная. Об оборудовании надо заранее побеспокоиться. Токарный станок, сверлильный станок, автоген, кран-балка. И пистолет семизарядный. Чего-чего? Пистолет семизарядный. Только под пистолетом председатель может понять наши гуманные идеи, да и то вряд ли. Значит, так вас понять. Скотный двор строить не будем. Материалы, полученные под него, пустим по другому назначению. Так? Да, так. В этом идея, Петр Фадеевич. Угу. Скотного двора не будет. И увеличения поголовья, значит, не будет. Не под небом же скот держать. То скот, а мы механизаторы. Погоди ты, Петр Фадеевич. Без ремонтной базы механизации не жить. Вот что. Пиши свое предложение. Направление обсудим. Вот оно, это заявление нашего инженера. В чем суть? Скота не покупать, дворы для него не строить, а все деньги передать на строительство ремонтной базы. Не может быть. Черным по белому. Безобразие. Товарищи, без ремонтной базы нам жить нельзя. Техника работает на износ. Верно? Верно говорите. Давайте заложим новое строительство. Все заложено. Денег нет. Возьмем ссуду. Ух ты. По долгам не хожу. И тебе не советую. Трудодень. Можно понизить в этом году. Вот это предложение. Говори с ними, а не хозяева своего кармана. Завод еще строить. Тише, товарищи, тише, тише. Говорить надо по порядку. Товарищи, товарищи. Вопрос очень важный, и поэтому давайте говорить серьезно.
Товарищ Ласточкин говорит, база с оборудованием будет стоить 1300. Считай все 500. Ну. Полмиллиона. Ну, заодно. А какой нынче трудодень будет, ась? Если он понизится в этом году, то после с лихвой окупится. Слыхали, товарищ правленцы? Я газет читаю, радио слушаю. Партии и правительство говорят, что повышался уровень этого, как его, прости господи, запамятовал. Материальный уровень трудящихся, темнота. Сначала за квартиру заплати, а потом критику наводи. Вот я и говорю, товарищи правленцы, а у нас в Лукашах этот уровень полетит сверху вниз. Верно я говорю? Молодец, Кожин. Башка-то да. У тебя министерская. Кажется, только вот не туда повернута. Можно сказать, Петр Фадеевич? Говори. У моего трактора потерялся палец тяги. Ремонт копеечный, а пришлось ехать в РТС. Ну-ка посчитайте, сколько стоил простой трактора. Да разве в одном тракторе дело? А сепараторы? А электродоилки? А жмыходробилки? Все работает и все срабатывается. А механизация сложных процессов? Строительство ремонтной базы – дело новое, передовое. Да нас в газетах писать будут. А без не за счет же коровника надо строить. Ну, мастерская-то нам нужна. Ну, и не за счет трудодня. Обождать можно. Вот это правда. Годок другой. Зачем спешить? Ставлю вопрос на голосование. Заявление Ласточкина надо было сначала обсудить, а потом выносить направление. А я не придавал большого значения. Ну да, я одержал победу. Какую? Ненужную никому, ни тебе, ни колхозу. Все рассчитал до мелочей, чтобы провалить парня. Растешь. Пап, машина-то развалилась. Да, развалилась. Вот я и говорю, мастерские надо, сынок. Угу. Ага, точно. Из тебя хороший председатель колхоза выйдет. Можно? Ладно. Можно. А, заходи, заходи. Ну, убирай все свое хозяйство и иди на место. Ну, садись, коль пришел. Я на минутку. Это хорошо. Скоро и гость хозяину приятен. Хозяйка-то у меня на фирме задержалась, так вот угощайся с молочком холодненьким из погреба. Спасибо, я не хочу. Что это? Вообще я больше ничего не хочу. Буду ходить за тракторами сзади, как пастух. Обидели парня, а пожалеть некому, так что ли? Иван Митрофанович. Ну? Вы как парторг. Поговорили бы вы с этим дубом, а? Это же не председатель, а тормоз. Ржавый. Вот что, парень. Не раскусив ореха, о ядре не толкуй. Я ведь Петра-то с детства знаю. Ему 18 не было, а его в нашей местности Петром Фадеевичем величали. А это в деревне нелегко заслужить. Вот ты по званию лейтенант, а он майором был, вожаком нашего партизанского отряда. 5 орденов имеет. Да я это знаю. Знаю. Знаешь, да не все. Что после войны от Лукашей осталось? Ямы, пепел, да печные трубы. А он вон какой колхоз поднял. Ну, сделал бы этот дуб.
мои цветочек алый, я не устану ждать. Судьба мне загадала разлуку испытать. Цвети, цветочек алый, я не устану ждать. Растеряла хозяйство. Авария. Техника подвела. Вылезай, иди сюда, помоги надеть колесо. Ну-ка. Давай, давай, давай. О, вот и все. Что ж ты молчишь, Катя? Все сказано. Сердишься? Ну, скажи хоть что-нибудь. А что сказать? Бежишь из колхоза? Бегу. Куда? В кусты, в трусил. А еще лейтенант. Откуда ты взяла? Никуда я отсюда не уеду. Костя! Танин закали, упадешь. На вот, возьми булавку. Ноченькой не спится, и сердце рвется вдаль. Лишь милый возвратится, уйдет моя печаль. Пройдем мы, как бывало, там, где звенит ручей. Цвети, цвет. Чекалы, ой, песню соловей. А я не люблю сладкого чая. Никакого вкуса. И отец мой не любил. А дед, бывало, возьмет сахарок с горошину. На стакане в пять и хлопнет. Вот как в старину беспартийные пивали. Потому что они темные были, Матвей Савельевич. Зато умные. А вот тебя, светлого дурака, избаловала советская власть-то. За постой когда платить будешь? Матри срок. Извини, подвинься, Матвей Савельевич, еще 3 дня. А ежели как давеча при народе, ты меня поносить будешь? Я тебя как собак выброшу вон на улицу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А, Константин Андреевич, милости просим. Чайку. Спасибо. Туз, собирайся, дело есть. Хамелеон. Учти, сказано не при народе. Глюкоза. Фу. Хамелеон.
спишь? Пойдем в деревню. Там танцы. Уля, хорошо быть замужем. Наверное, хорошо. Ты ж была? Недолго. Почему? Муж сбежал. От тебя? От колхоза. Работы леший испугался. Звал меня с собой, да я его к черту послала. Пойдем, Лукаши, попляшем. Устала. А ты, девка, брось надрывать себя. Всего горя не перегорюешь. Вот за работой все забываешь. И думать некогда. Хорошо людям, которые ни о чем не думают. Вот мой Виктор Терентьевич ни о чем не думает. Поэтому он такой веселый. А знаешь что? Что? Пошли. Куда? Увидишь. Идем. Сальник поставить, расплюнуть. Ох, выходит, и я начинаю приобретать трудовые навыки. Удивительно. Виктор Терентьевич, как ты стал механизатором? По безвыходности. Вызвали меня правление, говорят. Безвыходное положение. Туз поезжаю чист. Больше посылать некого. И ты не отказался? Совестно было. Славный ты парень, Виктор Терентьевич. Когда меня величают по инициалам, я сразу чую подвох. Нет, ну что ты. Виктор Терентьевич тебе очень пристало. Виктор это нечто от греческого, а Терентьевич русское. Вот видишь, смеешься. Дед меня поросенком звали. Батька прозвал. Когда я остался в первом классе, на третий год остался. Схватил он меня за волосы и давай волочить из стороны в сторону и кричать на всю деревню. Поросенок немытый, поросенок немытый. Кожинный день порол. Зато человеком стал. Вот теперь надо место свое найти. Работнички! Работнички-полуношники! Колхозные девы явились с волшебными дарами. Не то. С неба звездочка упала, упала. Я желание, я желание. Да у меня завтра репетиция. Пойдем, вместе подумаем. Товарищи, до каких пор она будет кровь из меня пить, воспитывать? Кошмар. Куда вы? Посмотреть, много ли звезд на небе осталось. И я с вами. А ты здесь, считай.
Ты хотела уйти, Катя? Видишь же, не ушла. А хотела. А ты хочешь, чтобы я ушла? А где твои косички? Нету. Как нету? Так. Что это? Прическа. Зачем? Тебе хотела понравиться. Вот зачем. Катюша. Тузик ты мой бубновый. Скорее крестовый. До того измотался с этими тракторами, хоть крест на меня клади. Худущий ты какой. Одни кожа да кость. Как у паршивого бычка. Ты смотри у меня. Наплевать. Лучше сгореть ярким пламенем, чем тлеть головешкою. Давай лучше поженимся. А то сгоришь, и мне ничего не оставишь. Пардон, я человек свободных гражданских чувств. Давно бы я на тебе женился, Улька. Души в тебе нет. Переломлю себя и уйду. Самолюбие меня грызет. Другому ты отдала первое чувство. Тебе самое дорогое оставила. Слышишь? Тук-тук. Тузик. Тузик. Удивительно. Вы как колокол всем раззвонили. Скажи на милость, как рассудила. А ты зачем за моего сына выскочить хотела? Чтобы барыне жить, губки красить, да подолом трясти, а? А подола-то у тебя нету? А любви-то у тебя к нему не ночевала? Да что ты знаешь про мою любовь? Да не ночевала, не ночевала. Это я насквозь вижу и даже глубже. Молодец, Костя, что вовремя разглядел тебя трясти. Да молчите за своим Костей, генерал. Открылась, открылась. Да все знают, какой у меня сын. Может, он председателем будет или секретарем. Это я тебе говорю, будет. А вот ты в хвосте поплетешься. Я поплетусь. Да захотела бы твой Костя, как червяк за мной ползал. Ой, да было бы за кем ползать-то, а? Да за кем ползать-то? Ну, кто ты такая, а? Ну, кто ты такая, ни богу, Светка, ни черту кочерга? Не твое дело. Девка по ягоды шляется. Люди добрые, понимаешь, работает, а она по ягоды шляется. А сама? Сама? Да совесть у тебя телячья. Что же это такое? Здорово я тебя распотрошила. Не тебе меня судить, голубушка.
Вот так-то. Вот твоя поддержка, наглядно. Как чири сидит у нас этот механизатор. Хлеба стоят, уборка. Земля под ногами горит. А он ходовой комбайн останавливает и за детали в РТС уезжает. Сейчас я на машинный двор заскочил. Турнул их в поле. Что скажешь? Молчишь? На дорогу смотри. Ослепла. Куда? Куда тебя несет? Папа, я... За что они все? Я не могу так больше. Да не реви. Не реви, не хуже других будешь, ну. Я сделаю. Я все сделаю. Ну, вы поезжайте. А мне в колхоз коммунард надо сбегать. Давай подброшу. Тут напрямик недалеко. Вечерком расскажу. Дельце есть интересное. Ну, Антонина, тебя скоро в газете с карточкой пропечатают. Да ну тебя, тетка, даже скажешь все тоже. Да молодец, Антонина. К концу года все четыре даст, а то и больше. И да. Муж Америк тут гоню. Ах, ты нечистая сила. Чего и не догонять-то? Лучших коров забрала себе, да еще похваляется. Давай твоих коров, 5 дам. Ты, Аксинья, не кричи, сама виновата. Антонина каждый вечер дает коровам свежую подкормку. У нее коровы всю ночь жуют. А у меня что? А у тебя инструкцию читают. Как инструкцию? Хуся, ну ей-богу. Хватит, хватит. Вы смеялись, хватит. Теперь слушайте. Кто пустил комбайн? Это вредительство. Я пустил комбайн! Папа! Да ты мне... Перестаньте! Перестаньте! Бабоньки, 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 подождите! Ой, бабонька, какая от смеха моя умора! Да чего тебя корчит? Ну и скандал, такого в кино не увидишь! Держат друг друга за рубахи и орут! А чего орут, не поймешь, сейчас, наверное, биться зачну! Кто? Председатель с механиком, там на ржаном поле! Орут, урокся! Делай кашинда! Улька, давай! О, пошла! Ой, Улька, стой! У меня ж пулечёвка больная осталась. А, ну что ж ты? На! Вы же кто? Самый тормоз ты в колхозе, а не председатель! Стамеля, оглянись! Работает комбайн! О твоем самодурстве поработает 2 часа, а вот он все равно встанет, папа, и летит отвечать! Логично. Ты ответишь. Нелогично. Тот стань ты своим логичным. Там разберемся. Механизатор дальше носа не видишь. Да канал же мне не надо будет. Андреевич, да все, полетел барабан. Товарищ, товарищ, здесь дело не в том, что кронштейн ведомого вала наклонного транспортера. А в чем же дело? Здесь давнишний спор. Давайте обсудим. Ну что ж, давайте на народе разберем. И начнем без парторга. Партийный секретарь! Иван Митрофанович! Иван Митрофанович, беда! Чего тебе, тетя? Где твой Иван-то? Да в соседний колхоз пошел. Батюшки, да что ж теперь будет? А что? Председатель с механиком сцепился. Где? На ржаном поле! Да, дядь Настя! Парня! Вот о чем наш спор. А вы меня знаете. О чем дума моя? О вас, о трудах ваших, о трудодне. Петр Матвеевич, а нас беспокоит. Мастерские строить надо. Да не нужно мне спасибо. Сейчас комбайн встал.
а 10 раз других не станет. Комбайн бы не встал, если бы могли сами ремонтировать. Вот о чем спор. Председатель прав. Ему верим. И механик дело говорит. Из года в год растет трудодень. И задачи, которые партия поставила перед нами, решаться будут. Товарищ Ласточкин, я не пень глухой, староват, но кое-что еще соображаю. Я понимаю важность ремонтных мастерских, но строительство заденет карман колхозника. Вот они здесь. Говори с ними. Пусть они решат. А я устал с тобой спорить. Говорите, Константин Андреевич. Председатель называет нас прожектерами. А что такое прожектер? Прожектер — это составитель фантастических планов. Товарищи, скоро люди на Луну полетят. Полет в космос является объективной реальностью. А построить ремонтную мастерскую, по вашему мнению, утопия. Мастерские правильно! И ателье вот! А то Степанида берет здорово! Регламент! Тихо! Товарищи колхозники! Кто же выступает против нас? Кто боится вложить свой пролетарский трудовой руб в наше общее дело? Кожин и ближайшие к нему... Веселов, Мельников и прочие малосознательные. А кто они? Узкие практики. Я прошу над этим задуматься, товарищи. Время переводит стрекулист бездомный. Голодранец. Оскорбление личности прошу зафиксировать в протоколе. Крой их до седьмого поту. Но меня, Виктор Терентьевич, с Кожаным не равняет. Кто Кожин? Кожин на зубах навяз. Чем Кожин плох? А чем ты хорош? Доложи собранию! Не задевать меня! Вот тебе! Ну, смотри, делайте серьезное предупреждение, теперь держись. Матвей! Матвей! Погоди, ты что задумал, антиобщественник? Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Здоровенько живем, сосед! Здравствуй! Что это здесь, ассамблея? Провожу политинформацию с народом. Парторг у меня сбежал, так самому приходится. Можно и мне послушать? А мы уже закончили. Расходись, товарищ! А зачем расходиться, Фадеич? Теперь самый раз продолжать спор. Вот, и товарищ Парторг вовремя приехал, и товарищ Васин, председатель колхоза «Коммунар» здесь. А ему, наверное, интересно послушать наш спор, а? Так на чем же вы остановились? А вот на чем. Строить нам ремонтную мастерскую, а не строить. Ну что ж, вопрос дельный. И своевременный. Ну, а вы как думаете? Ведь, как говорится, и хочется, и колется, и мама не велит. Да не управится нам. Дорого, не по карману. Так, а если строить ее на паях? Какой паях? Ты толком говори. Строить совместно с коммунаром межколхозную ремонтную базу. Это-то нам под силу. И рядом. Правильно, Иван Митрофанович. Ну а председатель коммунара согласен? Да мы тоже не против. А что товарищ Трофимов молчит? Антибиотик! Дышите глубже! Значит, на паях, Вася? На паях, Петр Фадеевич. Компаньоны, значит? Компаньоны! Ну а как же мы теперь с тобой соревноваться-то будем? А так, кто кого объегорит на этом? Я тебя, Жигу, знаю. В два счета вокруг пальца обведешь. А кто вас старого волка обведет, тот двух дней не проживет. Вот тебе критика.
Вот самокритика. Ренегат. Антибиотик. Хамелеон. Гомодикариус. Не я первый пострадал за критику. Спасибо. Матвей Савельевич, я знаю, ты же отойдешь. Вместе вещи вносить будем. Сердце у тебя мягкое, как валенок. Тьфу, не гигиенично. Болото. Сама чуть не увязла, меня едва не утопила. И не стыдно тебе? Да ну иди. Все люди там, а я здесь. Душа изболела, что-то. Да ну иди. Иди ж, ведь беспокоюсь я. Все-таки, значит, беспокоишься. Костя. Телке сказала, а мне не сказала. В небе звезды, звезды, звезды. Хороводы собрались. Для того, Матвей, ты создан, чтобы людям портить жизнь. Куплет десятый. На! Ну что ж, грузи. Добрый вечер, Ульяна Панкратьевна. Добрый вечер. Допрыгался. Человек как разумное существо. Последний раз, говорю, Виктор Терентьевич. Грузи. А то плюну. Ты мой характер знаешь. Покорного судьба ведет, а упрямого тащит. Правильно. Матвей Савельевич, заходите в гости. Куплет десятый допою завтра. Вот они. Виктор Терентьевич! Виктор Терентьевич, слезай. Куда? Про сломанный комбайн забыл? Не могу, женился. Слезай. Сидим. Слезай, говорю. А по закону нам положено 3 дня отпуска. А в ЗАГСе были? Мы пока условно. Не считается. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю, повезло. Спасибо, друг, выручил. Хоть последнюю ночь до холостяком похожу. Ой, ну и женишки нам с тобой достались. А все в жизни меняется. И лукажи изменились. И паром уже не тот. И люди меняются. Эй, паром! Слышь, уже кричат. И поговорить-то нам с тобой некогда. В раз им подавай, потому как у них работа. Эй, на катере заводи!